Гриша, следующий, готовься. Победу чистым броском одержал Малышенко и занял третье место. Что значит честным броском? Блять, знала уже, чувашин. Это просто бросок, а есть честный. Честным броском. Ну даже еще выше, чем чистый. Не русский-то бросок. Если бы Валерий Александрович не взял, блядь, говорил бы, потом переводили бы. За жопу бери, не надо так сильно бороться. Thank you.
Время встречи. Берег Жан-Кастан, стал победить на 44-83 человека.